Итак, друзья, хочу вам представить отличное приложение Star Maker. Песни под караоке. Сам проверил, все было отлично. Единственный минус, что я уже и записал, но в наушниках. Короче, вот эта программа у меня, которая записывает, она не записала звук, потому что я был в наушниках. Надеюсь, что сейчас запишет. Так, открываем, и видите, здесь сразу же у нас хиты. И сразу же можем нажимать петь. Нажимаем петь. Дальше нас предупреждает. Ну ладно, я знаю, в этот раз я буду без наушников. Ставим на паузу, смотрите, после чего ставим галочку, вы не можете опубликовать запись 30 секунд, ладно. Секунд есть, ставим галочку, запись завершена. Предварительно нажимаем старт, и теперь я делаю погромче. Как и... я пою. Знаете, то по нами внизу, вы простите меня, а потом до утра, говорит до утра, это юность моя, это юность моя. Поставили на всю, что сегодня спят, то по нами внизу, вы простите меня, а потом до... Друзья, короче, прикольно, да? Мне лично нравится. Значит, смотрите, теперь как, что мы можем? Нажимаем справа внизу «Вывешивать». И все. Необходимо, кстати, залогиниться. Через ВКонтакте я зашел в это приложение, нажав. И видите, теперь «Проверять» нажимаем вот так. И смотрите, вот нажимаем здесь вот «Проверять». И теперь я ставлю на паузу. И здесь можно поделиться внизу, где, видите, нравится, поделиться, подарок. Нажимаю «Поделиться». И вот здесь у нас Facebook, ниже и так далее. Есть больше. Здесь больше у нас будет ВКонтакте. И можно отправить... чат, ну, короче, во все социальные СМИ, прошу прощения, социальные сети можно отправить, друзья. Вот, собственно, и все, к сожалению, сохранить. Вот я не нашел, как сохранить запись, кроме как через редактор, да, где вы можете вставить. Хотя, да, тоже. Ну, короче, как сохранить видеосвязь, видео и запись, аудио я не нашел. Но можно поделиться ссылкой еще раз в видео таким роликом, где вы поете, и с картинками вот из ваших соцсетей, вот как видите у меня сверху. Вот. И запись вашего голоса, и поделиться можно в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее и тому подобное. Надеюсь, вот, собственно, и все. Других способов я не нашел. Если вы найдете, рассказывайте. Приложение мне очень понравилось. Действительно, хочется петь после этого. Действительно, здесь у нас посерединке внизу нажимаем «Петь», и здесь у нас тренды, ну, все популярные произведения, и под них очень классно, оказывается, петь. Мне понравилось, вообще супер огонь, и я вам рекомендую, поэтому оценка 4.6 или 4.7 приложения абсолютно заслуженная. Так, сейчас посмотрим, оценка 4.6, да. И смотрите, 1 миллион... отзыв, только 1 миллион отзывов, более 100 миллионов скачиваний. Очень крутое приложение, мне понравилось. Ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.